Компания «Напитки Абхазии» работает с 2010 года и производит высококачественные напитки. Занимая площадь более 2000 гектаров, компании удалось наладить высокотехнологичное производство алкогольной и безалкогольной продукции. При приготовлении напитков используются исключительно натуральные компоненты и сырье. Для обеспечения предприятия сырьем была разработана долгосрочная программа посадки виноградников и фруктовых садов, что позволяет говорить о беспрецедентном уровне качества сырья и напитков. Посадке первых виноградных плантаций предшествовало тщательное изучение земли, климатических условий и возможности развития производства. Теперь плантации располагаются в селе Алахадзых и в селе Джао, на которых выращивают виноград европейских сортов, такие как Савиньон Блан, Алигате, Ритон, Каберне Савиньон, Каберне Фран, Мерло Шираз, Кариньян и гибридный сорт Изабелла. Виноградники были заложены с 2010 года, и посадки осуществляются по сей день. Сбор урожая производится как вручную, так и механизированно. Для этих целей в Германии было приобретено 6 тракторов и комбайн, выполняющий 7 операций, что дает возможность вовремя и качественно собирать выращенный виноград и переработать его на заводе компании. Для сотрудничества и приобретения опыта были приглашены профессионалы из Германии, Франции, Молдовы, Италии, Венгрии, которые также занимаются обучением сотрудников компании технологии изготовления напитков. В планах компании выезд сотрудников в лучшие лаборатории Франции для изучения мирового опыта изготовления аналогичной продукции. Сегодня на предприятии трудится более 180 человек, что является серьезным вкладом в развитие как Республики Абхазия, так и Гагарского района. После сбора виноград поступает на завод переработки, где из него получают высококачественные вина и виноматериалы. Данный завод оснащен современным оборудованием из нержавеющей стали, позволяющим вести полный контроль за процессом переработки и ферментации, как в автоматическом, так и в ручном режиме. Одним из основных этапов обеспечения качества является лаборатория компании. Она построена на высочайшем уровне и исключает даже незначительные отклонения от норм и технологий. Все специалисты компании проходят специальное обучение на европейских предприятиях поставщиков оборудования. Это, конечно, положительно сказывается на культуре производства и качестве продукции. Весь процесс производства, начиная от выращивания винограда, поступления сырья и материалов, все технологические процессы и качество выпускаемой продукции строго контролируются производственной лабораторией, оснащенной самым современным и точным оборудованием. Это дает производителю уверенность в качестве выпускаемой продукции, не привлекая сторонние организации. Для расширения линейки выпускаемой продукции и получения марочных вин на заводе был построен погреб для выдержки вин в дубовых бочках. Так как настоящему благородному вину надобно для обретения несокрушимого здоровья взрослеть в суровой темнице дубовой бочки. Подвал оснащен автоматической системой поддержания температуры и влажности воздуха, а также обязательного воздухообмена, необходимого для созревания вина. Полученные вина разливаются в бутылки на линии мощностью 6000 бутылок в час. Данная линия позволяет производить как горячий, так и холодный стерильный розлив без применения пастеризации вина и применения консервантов, что дает возможность производить высококачественные вина, обладающие собственной индивидуальностью. Для розлива были смонтированы новейшие технологические линии компании Kaspar Schul и Ital Technology. Дизайн оригинальной формы бутылок был разработан в Англии. На сегодняшний день продукция завода известна и успела себя хорошо зарекомендовать не только в Абхазии, но и далеко за пределами республики. Цех производства и розлива игристых вин оснащен современным итальянским оборудованием фирмы Della Tofola. Такие марки, как абхазское шампанское «Белое Брют», шампанское «Белое полусладкое», абхазское шампанское «Розовое полусладкое», абхазское жемчужное, красное полусладкое. Не раз завоевывали золотые и серебряные медали. Гордостью завода считается также производство национального крепкого напитка «Чача Ачара». Продукция по достоинству оценивается специалистами международного уровня, о чем свидетельствуют многочисленные награды и дипломы международных выставок, таких как «Продэкспо» и агропромышленная выставка «Золотая осень».
Официальным и единственным дистрибьютором продукции на территории Абхазии является компания ООО «Контиоп», благодаря усилиям которой товар своевременно и бесперебойно поставляется в торговые точки республики. На сегодняшний день предприятие «Напитки Абхазии» состоит из нескольких производственных участков. Цех производства и розлива пива, безалкогольных напитков, таких как газированная, негазированная, питьевая, столовая вода под марками «Рица» и «Ольгинская». В будничной спешке и праздничном застолье вина компании «Напитки Абхазии» всегда подарят вам бодрость и тепло абхазского солнца. Компания «Напитки Абхазии». Мы не экономим на качестве, мы его продаем.